Совет ветеранов Орехово-Зуевского района подвел итоги работы за прошедший год и наметил планы на этот. На пленуме присутствовал глава района Борис Егоров, депутат Госдумы Валентина Кабанова и депутат Мособлдумы Эдуард Живцов. Деятельность Совета ветеранов в прошлом году была направлена на празднование 70-летия Великой Победы. Были проведены встречи с подрастающим поколением, круглые столы, акции памяти, бессмертный полк, автопробег по городам и деревням района, посадка леса и многое другое. Во всех мероприятиях принимали участие ветераны вместе с молодежью. Но впереди еще много планов. Сейчас пожилые люди обучаются компьютерной грамотности, бесплатно посещают бассейны. В этом году планируют провести спортивную олимпиаду. Однако остались и нерешенные задачи. Много нерешенных проблем ЖКХ, капитального ремонта домов. Не всем советам поселения удалось создать базу о всех категориях ветеранов, привлечь к работе ветеранской организации пенсионеров, жителей поселения, так называемых молодых ветеранов, которые только что ушли на пенсию. Не все советы городских и сельских поселений имеют нормальное помещение для работы. Недостаточно была связь с другими общественными организациями. Свою работу Совет ветеранов ведет в тесном контакте с администрацией Орехово-Зуевского района, управлением социальной защиты населения, образованием, культуры и здравоохранения. Борис Егоров также отчитался перед ветеранами о проделанной работе и о тех программах, которые реализуются в районе. Мы в этом году уже сейчас начали проводить аукцион, поставим станцию обезжелезивания на 6 миллионов в деревне Новое. То есть там вода будет чистая. В конце этого года, начале следующего года планируем поставить станцию обезжелезивания. Это поселок Верия. И в следующий год уже это Губино. Ну, конечно, мы не можем такие крупные города, как Куровское, Дрезна, Демехово, за свой счет. Поэтому я вот просил и прошу Валентина Викторовна помочь с программой «Чистая вода», чтобы Куровское, Дрезна, да, и Демехово включить тоже в эту программу. В ходе отчета пожилым людям удалось напрямую пообщаться с представителями государственной и областной законодательной власти. Так депутат Госдумы Валентина Кабанова рассказала о готовящихся законопроектах, направленных на улучшение материального состояния пожилых лиц. В ходе встречи ветераны были награждены знаками, благодарственными письмами и почетными грамотами депутата Государственной Думы Валентины Кабановой, депутата Московской областной думы Эдуарда Живцова, главы Орехово-Зуевского района Бориса Егорова за активное участие в жизни района и области, а также патриотическом воспитании молодежи.